Ну что, Рос, это опять музыка, да? Сумочки. В этом магазине Рос я первый раз. Хорошая такая сумочка. Только для очков. Но тяжелая такая. Красивая сумочка, но тяжелая. Такой ремешок. Такие духи. Это мужские духи. Так, здесь желтенькие сумочки. Michael Kors. Я на кейсе. Michael Kors. Это дискаунт. Поэтому здесь уже скидки. А вот Calvin Klein. Какая красивая сумочка. Такого салатного цвета. Это для ключей. Для ключей и для там, небольших визитных этих вот карточек. Ну, хорошенькая такая. Так, и сколько на урос? Это урос 69, 99, 70 долларов. Calvin Klein, красивая такая. Такие штанишки я тоже могу. Но они какие-то искусственные такие, жарко будет у них. 10 долларов. Это чтобы ездить на этом самом, на велосипеде. Всего лишь. А вот уже натуральная какая-то. Хорошая, с манжетом. И сколько ворос она? 9 долларов. Вот хорошая. Чтобы ездить. Так, а размер какой у них сейчас? М. Ну, конечно, подойдет мне. Такие темные штанишки. Так, давайте посмотрим обувь. 6. Ну, совсем саба такая. 7. У меня 7. 7,5, 7. Что-то такое. Так, смотрим. Вот симпатичные, хорошие такие. Ой. Что-то свистнуло. Сколько стоит? 22 доллара. Мягкие, хорошенькие такие. Босоножечки. Только черные. Ну, здесь все практически в таком, в одном экземплярчике. Шубки неплохие. Привозят с других магазинов. Такие вот красивенькие, но жесткие. Это нельзя носить. Ну, типа вот такого. Только мне надо еще вот так разрезать. Вставлять резиночку. Я на одних туфельках так и сделаю. А я подглядела у других туфелек такие. Да. Резиночку вставляется и все. Такие сколько здесь стоят. Не нужно, потому что у меня уже все. Все. Это тут свистит, штучка эта. Вот эта штучка не так поставишь и свистит.
Здесь 7,5. Да, тоже или 7, или 7,5, или даже 8. В зависимости от того, что есть. Такие вот не надо. Только я не понимаю, сколько... А, $38. Это в РОС. Это уже дискаунт. 38. Так что цены в Америке ого-го. И как? Так, еще восьмерка. Еще у меня восьмерка. Мне нужно что-то вот такое летнее. Я раньше смеялась, как это так. Они все время ходят в кроссовках. Кто-то в шлепанцах, кто-то как. Кто-то всегда в кроссовках. Сама сейчас в кроссовках. Заходишь из холода в тепло, тепло, холод, тепло, холод, тяжело. Ну вот так, поэтому кроссовки, да, как раз подходят. Ну что, немного косметики? Такие штучки. За шампунь $5, но только что это шампунь или что, или крем восточными, я так не могу понять, что это, не написано, либо я не вижу. А Body Wash. Для, да, для душа. Мейкап. Вроде неплохие такой набор. Но здесь тоже есть. Сложно будет делать. Чтобы убрать тени под глазами, нужен белый, розовый и желтый. Желтого нету. А здесь нет розового. Но здесь больше, может быть, подходит. Так, давайте посмотрим платьишки. Вот. Симпатичная такая. Какой размер? Не знаю. Ну да ладно. Просто смотрим платьишки. О, симпатичная такая. С таким небольшим рукавом. Красивенько сделано, легкая, с кармашкой. Интересно, сколько она стоит. Почему я смотрю с рукавчиками? Потому что солнце. Ребятки, солнце. Солнце большое. Да. Можно долго. Очень хорошенькая. Я не посмотрела, сколько, $17. Там с подкладочкой. Там с подкладочкой, так что все нормально, не будет светиться. Очень хорошая платьишко. Thank you.
Нужно еще смотреть ткань, потому что здесь жарко, в такой ткани не походишь. Какой-то. Нужно, чтобы ткань была еще нормальной. Здесь что, костюмчик такой. Ну ткань, боже мой. Ну это же невозможно так носить. Такую ткань. Такое платьюшко. Это, знаете, когда на одном хорошо, а на другом и такая дурь. Поэтому раз на раз не приходится. Один оденет, вообще тряпка висит, а другой оденет так шикарно. Так что, да, что кому подходит. Да, так можно копаться до бесконечности. Ну, я больше показываю, что есть. Что еще может порадовать? Посуда. Какие такие цветные. $4. Тут ножи, вилочки. Ничего так. Приятненько. Для салата набор. Да, как бы мне нужно там. У нас при входе такая пчелочка. Нет, не пчелка, а какой-нибудь такой искусственный цветок. Зеленый. Нет, это нам мне не нужно. Вот такое бы мне нужно. Такой вот мне нравится. Рядышком с диваном. Но мне нужно. Здесь вообще вон такой
такой вот красивенький, да? Вот такой больше подойдет мне. Небольшой коврик после дивана мне нужен. Да, вот такой. Или такой. Вот с таким оттеночком. Или такой. Как раз было бы. Такой хорошенький, но, во-первых, узкий, во-вторых, он такой ворсистый. Так, крючки. Мне интересно, крючки тут есть какие-то? Нет, тут нет крючков. Это в другом каком-то месте. Надо вот посмотреть. Крючки бесцветные. Он тоже вот такой потертый, мне очень нравится. А вам как нравится вот такой вот рисунок? Он как будто бы потертый. Такой вот принт потертого ковра. Я обожаю это. Принт такой. А вот такую вот в ванную можно. У меня уже все. Такую ванную. Сколько этот стоит? $6. Очень хорошо. Надо новую уже такую. А такой ребенок не захочет. Но я его спрашивать не буду. Как всегда, да? А спрашивать мы не будем. Нет, у нас вот такой вот синий цвет, ну тут морской, а у него вот такой цвет. Вот и длинный. Не захочет. Такой короткий еще не будет сопротивляться. А длинный будет сопротивляться. Ладно. Так хорошо стало пахнуть здесь в роз. Запах какой-то. Они, наверное, распыляют что-то. Или кто-то духами тут надухарился, наверное. Точно, вот здесь, наверное, духи. Мужские духи тут. Ладненько, все. Это уже мужское царство. Поехали домой. Нагулялась я. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь.